Доброе утро. Скоро будем начинать. Так, еще одну минутку подожду и начнем занятие. Одна из, тема осанка, как и, в общем-то, не секрет, что каждое занятие посвящено тем, так или иначе, исправлению основного нашего канала, канала сушумна, который идет вдоль позвоночника. Сам позвоночник на физическом плане – это там, все вот эти отделы. Как они выстроены. Выстроены они в виде такой пирамидки. Канал сушумна – это центральный канал, по которому двигается основной поток вот этой праны, апана энергии вверх и вниз. То, что вот считают, называют кундалини, когда поднимается. Связь энергии мозга, головы и со всеми органами. В общем, центральный канал очень важен, и хорошая новость, что, хорошая новость для занятия, для темы занятия, что осанка зависит от многого, от многих факторов, от состояния разных частей тела, от психоэмоционального состояния нашего, от того, что происходит в данный момент времени, да, если поза, осанка сутуливается, мы тут сжимаемся, скукоживаемся, это одно состояние. Если мы расправляем, давайте расправимся, расправляем спинку, грудную клетку, позволяем энергии течь, сразу же другое состояние. И основной инструмент, на мой взгляд, для сохранения состояния позвоночника – это осознание. Осознание в каждый момент времени или чем чаще в течение дня мы осознаем, как расположен таз, грудная клетка, голова относительно вертикальной оси, или если мы там какие-то действия производим, как расположены вот эти все части тела, и насколько нам это комфортно, какая эмоция присутствует, какое чувство, что мы сейчас чувствуем. Осознание. Вот с этого мы начнем. Давайте с осознания позы. И чтобы нам почувствовать основные моменты, давайте... Основные моменты – это что у нас? Тяжелый низ, опора. Мы опираемся... В данном случае тазом, может быть, кто-то стоит, можно стоять стоя, тазовыми буграми, вот у меня подушечка. Тут опираемся на поверхность какую-то. И мы как бы от нее отталкиваемся, позвоночник вырастает вверх, голова как шарик, или как цветочек к солнцу начинает тянуться, макушка вверх. Лучик внимания из макушки мы запускаем в бесконечность. Лучик внимания из копчика запускаем в бесконечность. Два этих вектора как бы двигаются в противоположном направлении. Между ними позвоночник. Плечики раскрываем. И добавляем дыхание. Давайте вместе вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох. Ладошки развернули, пальчики замкнули и сидим в тишине. Можно прикрыть глаза, наблюдаем, что
мы чувствуем, что сейчас происходит. Хорошо. Почувствуйте линию, вот эту, вверх, вектор вверх, через макушку, через копчик вниз, центр земли, и бесконечность вверху, позвоночник. Вдоль этой линии расположен центр таза, центр грудной клетки, центр головы. Вспоминаем, как мы кушаем, вспоминаем, как мы смотрим смартфон, вспоминаем, как мы сидим за рабочим столом, в машине и прочие моменты из жизни. Если там у нас линия, вот эта осанка. Хорошо, еще одним секретом поделюсь. Я его уже рассказывал, чтобы утром прекрасно себя чувствовать, чтобы утром, ну, у кого есть необходимость раннего подъема, мы можем давать задание себе, своему мозгу, утром встать. То есть вечером, независимо, вот я вчера, например, поздно лег, думаю, так, как же выспаться. И я подумал, а я высплюсь. И задал себе такую аффирмацию. Я выспался, я проснулся в 5:30, я выспался, я хорошо себя чувствую, я в ресурсе. И в итоге что произошло? Я выспался, я хорошо себя чувствую, я в ресурсе. Сработало, очередной раз сработало. Почти каждый раз сработало, почти, то есть это должно быть прямо вот четкое. Четкое задание себе. Хорошо, поднимаемся. Без физических упражнений мы, без таких восстановительной гимнастики, без физических упражнений тоже не обойтись. Лежа на диванчике, задавая какие-то аффирмации, у меня стройная спина, может не сработать. Скорее всего, не сработает. Мы состоим из мышц, поэтому давайте ножки как удобно, ширина таза. Осознали новую позу. Через макушку мы растем вверх, через стопы пускаем корни вниз. Хорошо. Первое действие мы руки раскрываем. Так, там подвисает немножечко. Должно работать. Wi-Fi есть, все есть. Первое. Ручки раскрываем в стороны и начинаем толкать назад. Толкаем назад. Дышим вдох. Пальцы раскрыты, выдох широко. Вдох. Растягиваем переднюю часть, сжимаем. Выдох. Лопатки, включаем мышцы, чувствуем мышцы спины, хорошо, теперь сгибаем локти и то же самое делаем, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, теперь опускаем локти вниз. Ладошки в стороны. Вот таким образом. Вдох. Нижнюю часть спины почувствуйте. Выдох. Нижняя часть спины. Вдох. Выдох. Вдох. Опустили. Выдох. Почувствовали спинку. Угу. Есть, да? Теперь начинаем с нижней позиции. Вдох.
Выдох. И теперь на вдохе мы толкаем руки назад, поднимаем руки вверх. Вдох. Выдох вниз. Вдох. Выдох вниз. Ладошки давайте соединим сзади. Вдох. Выдох вниз. Замок сзади. Замочек. И отпустили. Хорошо. Теперь правое ухо вверх. Шейный отдел. Левое ухо вверх. Правое ухо вверх. Давайте здесь сделаем вдох. Выдох. Левое ухо вверх. Вдох. Выдох. Правое вверх. Вдох. Выдох. Левое вверх. Вдох. Выдох. Ровно. Право, влево, повороты. Право, влево. Право, влево. Право, влево. Хорошо, теперь соединяем первое упражнение и второе. Правое ухо вверх, посмотрели вверх. Левое ухо вверх, посмотрели вверх. И меняем. Раз. Два. Рисуем подбородком восьмерку. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Левое ухо вверх, посмотрели на плечо, поменяли направление движения. Правое ухо вверх, посмотрели на плечо. И меняем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Я чуть поближе встану. Теперь голову смещаем вперед, назад. Относительно оси. Вперед, назад. Вперед, назад. И подбородком начинаем водить, как по блюдцу, по кругу, по кругу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. В другую сторону. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Отвели голову назад, посмотрели вверх. Вперед, посмотрели вниз. Вдох. Назад, выдох, вперед. Вдох, назад. Выдох, вперед. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Теперь захватываем затылок. Толкаем затылок вот таким вот действием. Вверх. Затылочек толкаем вверх. Локти в сторону разведены. Отводим голову назад. Вдох. Приводим вперед, выдох с небольшим сопротивлением. Назад, вдох. Вперед, выдох. Назад, вдох. Вперед, выдох.
Назад, вдох. Вперед, выдох. Повисли. Хорошо. Отпустили. Правый висок. Растираем правый висок. Растираем, растираем. Угу. Кладем ладошку сюда и толкаем голову. Голову чуть наклоняем в правую сторону. Дышим, вдох. Мышцы шеи чувствуем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох, отпустили. Теперь эти мышцы мы растягиваем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Почувствуйте шею справа, слева. Теперь левый височек растираем, круговые движения. Височную мышцу. И придавливаем это место. Голова чуть влево отклонена. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Толкаем. Включаем вот эти вот. Почувствуйте их. Потрогайте. Потрогайте с левой мышцы. Хорошо. Теперь мы их растягиваем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Почувствовали. Голову вниз опустили. Круговые движения. Раз. Два. Три. Другую сторону. Раз. Два. Три. Хорошо. Почувствуйте, что поменялось. Мы поработали с шейным отделом. Хорошо, теперь нам нужно низ включить. Давайте носочки, пятки. Перекатываемся носочки, пятки, носочки, пятки. Перекатываемся, перекатываемся. Так, пробуем как выпрыгнуть вверх. Выпрыгнуть вверх. Выпрыгнуть. Выпрыгнуть. Ага. Еще. Еще. Хорошо. Ножки чуть пошире. Внешние, внутренние. Внешние, внутренние. Хорошо. Растопыриваем пальчики. Поднимаем их. Сжимаем. Поднимаем. Сжимаем. Давайте и на руках, и на ногах. Сжимаем. Растопыриваем. Растопырили, сжали, растопырили, сжали. Пальчики, пальчики. И давайте также с руками мы пробуем такое движение. Движение поджиманием. Видно? Ровненькую спинку держим. То есть у нас такой легкий удар пяточками происходит в пол. Пальчики на руках тоже сжимаем, выжимаем. Голова ровненько, то есть не наклоняемся вперед. Пальцы растопыриваем, цепляемся за коврик и проносим пятку вперед. Давайте пробуем
Почувствуйте, какие мышцы здесь работают в ногах. Все, на одном месте стучим. Расслабляем плечи. Лицо расслабляем. Руки, ноги, грудь, шею, живот, ягодицы, спину. Все расслабляем. Лопатки. Хорошо. Остановились. Почувствуйте, что поменялось. Руки вперед. И быстро-быстро до полного вытяжения пальцев, сжимания. Хорошо, вытянули пальчики. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Покрутили в одну сторону, в другую сторону. Стряхнули. Почувствовали. Есть такое увеличение такого объема. Большой палец внутрь, кулачки. Кулачки покрутили. В одну сторону, в другую сторону. Руки в стороны. Кулаки вверх. Решим вдох. Поочередное вытягивание пальцев. Выдох. Указательный палец вверх, вдох. Выдох. Второй палец вверх, вдох. Выдох. Третий палец вверх, вдох. Выдох. Четвертый палец вверх, вдох. Выдох. Пятый палец вверх, вдох. Опустили, выдох. Встряхнули все. Встряхиваем руки в стороны. И кисти расслаблены, в локтях провороты. В одну сторону, в другую сторону. Сбросили все. Угу. Ноги ширина таза. Начинаем раскачивать руки вперед-назад. Из таза движение. Разворачиваемся. Руки бросаем. 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 И теперь бросаем так. Вот бросили так, чтобы круговое движение появилось. Раз, два. В разноименные стороны. Три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Отпустили все. И теперь из таза мы задаем импульс. И руки как пустые рукава. А макушкой вкручиваемся в небо. Макушкой выше, выше. Заглядываем за спину. Хорошо, остановились. Остановились. Чувствуем, что поменялось. Как чувствует себя позвоночник? Есть ли легкость поддержания осанки спины прямо? Да? У нас голова над тазом находится. Ладошки на таз. Круговые движения. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Таз зафиксировали верхней частью руки. Раз, двух, выдох.
два, три, четыре, пять. Голова тоже. Отпускаем голову. Шесть. Другую сторону. Весь позвоночник чувствуем. Раз. Все отделы. Два. Тазобедренные суставы. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Все, отпустили. Правой ножкой начинаем качать вперед-назад. Качаем, качаем. Добавляем плечи, руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Левой ножкой качаем. Раскачиваем. С руками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Теперь то же самое. Опять с правой ногой, только с дыханием пхастрика. Это пхастрика с движением ноги. Да? И с разворотом вот этим. Давайте, поехали. Вдох, выдох. Хорошо. Почувствуйте, что меняется. Левая нога. Пхастрика. Хорошо. Тряхнули ножки. Стряхнули ручки. Выдохнули. Почувствовали, как тело меняется в ощущениях. Ягодички постучали. Раз, два. Раз, два. Пятками резко сокращаем бицепс и стучим ягодицы. Угу. Встаем в широкую позицию. Раскрываем колени и стопы в стороны. Опускаемся ниже. Ниже. Спинку выпрямляем. Копчиком потянулись вниз. Взяли шар. Вот у меня вот. Представьте, что или гимнастический мячик, или такой шар с энергией. Мы начинаем его раскручивать. Давайте вот так вот раскручивать. Раз, два. Поглаживать его. Перемещаемся справа налево. И теперь с левой стороны поднимаем его вверх. Проносим над головой. Опускаем справа и возвращаем влево. Теперь правую сторону поднимаем вверх, полный оборот, вправо, влево, раз, вправо, два, влево, раз, вправо, два. Хорошо. Поднимаем ручки вверх. Вдох. Руки через стороны. Выдох вниз. Вдох. Выдох. Вверх.
Выдох. Локтями колени. И вытягиваемся вперед спинкой. Вперед. Ладошки упираемся ладошками в колени. Совмещаем, вот горизонтально делаем позвоночник. Макушкой тянемся вперед, копчиком назад. И левое плечо вниз, правое вверх. Вдох. Выдох. Поменяли вдох. Выдох. Поменяли вдох. Выдох. Поменяли. Вдох. Выдох. Развернулись. Через правое плечо смотрим. Вдох. Выдох. Через левое плечо смотрим. Вдох. Выдох. Ладошки вниз. И еще ниже опустились. Хорошо. Чуть пошире ножки. Руки на колени. Выпрямили правую ногу. Вдох. Выдох. Выпрямили левую ногу. Вдох. Выдох. Правую ножку. Вдох. Носочек поднимаем. Выдох. Левую ножку. Носочек поднимаем. Вдох. Выдох. Правую ножку. Вдох. Можно руки вот так держать. Выдох. И вот так. Вдох. Выдох. Хорошо. Встаем прямыми ногами. Пальчики под плечами. Ножки прямые. Копчиком потянулись назад, макушкой вперед. Давайте пальчиками вперед тоже потянемся. Повисли вниз. Теперь левое плечо внизу, правое вверх. Вдох. Правая рука вверх. Ой, левая ладошка внизу, правая вверху. Дышим, выдох, вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Поменяли. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь левой рукой за правую ножку зацепились. Правой рукой за бедро сзади. Ага, дышим, вдох, выдох. Делаем так, как получается. Ага. Поменяли. Правая рука, левая рука вверх и за бедро сзади. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох. Выдох посерединке повисли. Руки на пятки. Или локтевой захват. Или локоточки на полу. Или ручки назад. Смотрим, как нам удобно в данный момент. Ну вот, можно, если получается, пяточки удерживать. Хорошо. Поднимаемся. Вначале коврика разворачиваемся и отшагиваем назад. Планка. Перекатываемся через носочки, на коленочки встаем. И позу, вот я поближе там, поза верблюда. Уштрасана. Давайте, можно вот так пальчики поставить. Левую руку на пятку, правую вверх. Таз толкнули вперед. Вдох.
Ой, да. Поменяли ручки. Ровно. Выдох. Двумя руками толкнули таз вперед. Вдох. Выдох. Теперь ладошки на таз. Толкнули таз вперед. Вдох. Выдох. Хорошо, садимся. Садимся в Варджарасану позу. Алмазная поза. Чувствуем подъемы стоп, голени. Хорошо. И сейчас следующее действие. Нам нужно будет... Давайте для начала просто сидя. Мула Бандха. Мышцы промежности. Мышцы промежности. То есть нам надо научиться... включать, двигать, активировать внутренние мышцы. Не внешние, вот, которые мы двигаем руки, ноги, а внутренние. Попробуйте сейчас вот, промежность внутренней мышцы таза так, оп, и втянуть в себя. Вот как будто бы, если бы сейчас струя воды из-под земли, из пола, так, фух, брызнула в промежность, так, чух, поджали. Тазовое дно такое... Донышко появилось. Тазовую диафрагму поджали. Распустили. Поджали. Отпустили. Сжали. Отпустили. Сжали. Отпустили. Сжали. Отпустили. Сжали. Держим. Отпустили. Руки через стороны. Мулабанху держим вдох. Руки через стороны, все отпускаем, выдох. Мулабандха, вдох. Отпускаем все, выдох. Кулаки в живот положили. И мы на вдохе мулабандха, вдох. На выдохе опускаемся. Вперед, кулаки уходят в живот, выдох. Поднимаемся вверх, вдох. Кулаки разворачиваем в сторону живота. А мы пробуем глубже туда поставить их. Выдох. Поднимаемся вверх, вдох. Теперь под ребра ставим, под самые ребра, в диафрагму туда. Пробуем промассировать диафрагму вот этим, этим выдох. Еще раз вдох. Кулачки, вот солнечное сплетение. Выдох. Вдох. Можно пальчики выпрямить и пальчиками под ребра поставить. Пальцы под ребра. Выдох. Вдох. Или кулаки вот между солнечным сплетением и пупком. Верхнюю часть. Выдох. Вдох. А теперь нижнюю часть. Под лобковую косточку. Выдох. Поднимаемся. Вдох. И в район пупка. Выдох. Поднимаемся. Вдох. И чувствуем животик. Выдох. Ладошки под собой. Выпрямляем ноги. Собака головы вниз. Шесть дыханий с втягиванием живота. Живот. Давайте так, втягивание живота у нас в этом положении, собаки головой вниз, посмотрите. Мы делаем вдох. Живот вперед идет. Выдох. До выдох. Тянули живот, поджали корневой замок, горло на грудную клетку. То есть тройной замок. Три банха делаем. Три замка.
отпустили вдох, выдох, втянули все, да, отпустили вдох, выдох, втянули. Поехали. Собака головой вниз, вдох. Выдох, да, выдох, втянули промежность, живот, подбородок. Вдох. Выдох. Втянули. Вдох. Выдох. Втянули. Вдох. Выдох. Втянули. Вдох. Выдох. Втянули замки. На носочках подняли вдох. Прямые руки и ноги, таз справа, опустили выдох. На носочках подняли вдох. Таз слева, опустили выдох. На носочках поднялись, вдох, пяточки в пол, выдох, правая нога вверх, вдох, голова висит, выдох, развернули ножку выше, таз развернули, вдох, выдох, согнули ногу, посмотрели вперед, таз, колено выше, посмотрели через левое плечо на пяточку. Вдох. Хорошо. Выдох. Шагнули вперед. Руки через стороны. Вдох. Руки вниз. Левая вниз. Правый вверх. Выдох. Вдох. Хорошо. Выдох. Правая вниз. Пятка в пол, левая вверх. Вдох. Над головой вытянули. Выдох. Хорошо. Отшагнули собаку головой вниз. Вдох. Выдох. Левая нога вверх. Таз не разворачиваем. Вдох. Выдох. Развернули таз. Вдох. Выдох, согнули ножку, согнули, посмотрели вперед и над правым плечом смотрим на пятку, вдох, выше колено, выдох, шагнули вперед, вираббхадрасана, вдох, выдох, опустили правую ручку вниз, левую вверх, вдох, скрутились. Выдох. Другую сторону. Пакшваканасана. Пятка в пол. Вдох. Над головой рука. Из-под руки смотрим вверх. Выдох. Хорошо. Планка. Вдох. Выдох. На правой руке планка. Вдох. Таз вверх. Выдох, таз вниз, вдох, таз вверх, выдох, таз вниз, вдох, поменяли, выдох, другая сторона, вдох, вытянули, выдох, таз вниз, вдох. Выдох. Вдох. Меняем на таз или на обратную планку. Обратная планка. Вот можно. Пальцы вперед смотрят. Носочки ног в пол.
И поднимаем таз вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Разворачиваем правую ладошку. И выходим в планку. Хорошо. Отпрыгиваем на место. Сгибаем локти. Вдох. Четуранга дандасана. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. И выжило. Подшагнули или подпрыгнули между ладошек. Раз. Посмотрели вперед. Вдох. Наклонились. Выдох. Руки через стороны вверх. Поднялись. Вдох. Опустились вниз. Выдох. Поднялись вверх. Вдох. Опустились вниз. Выдох. Поднялись вверх. Вдох. Остались тут. Ножки. Ширина таза. Опустились вниз. Выдох. Опускаем таз вниз. Раз. Ага. Таз вверх. Вдох. Вытянулись на уровне. Таз вниз. Выдох. Таз вверх. Вдох. Раз вниз. Выдох. Таз вверх. Вдох. Таз вниз. Выдох. Руки в стороны. Раздвигаем колени. Угу. И теперь вдох животом. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Макушкой вверх, тянули живот. Вдох. Ладошки можно перед грудью поставить. Выдох. Тянули живот. Хорошо. Ладошки перед собой. Поднимаем таз вверх. Вдох. Ножки вместе. Выдох. Ладони перед собой, колени в стороны, локти в стороны. Бакасана. Вдох. Выдох. Или попытки делаем, или стоим в бакасане. Вдох. Выдох. Продолжающие могут на выдохе опускаться вниз. Подниматься вверх на вдохе. Хорошо. Садимся. Садимся. Колени в стороны. Пятки стремятся вниз. Ручки вперед. Голова вниз. Хорошо. Теперь руки под коленями назад. Замочек. Большой палец указательный в замок. Замыкаем. Вытягиваем спинку. Хорошо. Голова стремится в пол, пятки стремятся в пол. Отлично, садимся. Сели. Ножки таким вот ромбиком. Беремся за подъем стоп или за пальчики. Прогиб, вдох. Опускаемся вниз, выдох, наклон. Прогиб, вдох. Опускаемся вниз, выдох. Прогиб, вдох. Опускаемся вниз, выдох. Голова к пяткам идет.
Хорошо, поднимаемся. Подтягиваем стопы к тазу. Руки сзади. Бабочка, вдох. Прямая спина, да? Вот из такого положения толкаем промежностью. Пробуем накатиться на пол. А макушка вверх. Ага. Теперь правая рука сзади, левая на кожу. Толкнули кожу. Вдох. Выдох. С другой стороны. Вдох. Выдох. Угу. За пальчики взялись. Вдох, прямая спинка. Пробуем уйти в наклон. Выдох. Поднялись. Вдох. Опускаемся. Выдох. Поднялись. Вдох. Опускаемся вниз. Выдох. Берем себя за пальцы. За пальцы. И перекатываемся на копчик. Ножку правую вверх. Вдох. Вытянули. Выдох. Левую вверх. Вдох. Выдох. Контролируем равновесие. Ножки вместе. Вот может быть так, может быть так. Вдох. Выдох. Ноги в стороны. Вдох. Раскрыли. Выдох. Вдох. Плечики расслабили. Выдох. Вдох. Выдох. Отпустили пальцы. Вдох. Выдох. Опустили ножки. Перекатились вперед. Ягодицы назад. Если сначала мы руки сзади ставим. Если есть наклон вперед, то руки перемещаем вперед. Если нет, то остаемся вот в таком положении. И чувствуем, где граница, где дальше не пускает. У кого опускается туловище вперед, руки вперед. И мягенько вытягиваемся. Ножки в стороны. Вдох. Выдох. Вдох. Давайте на вдохе корневой замок. Отпускаемся. Вдох, корневой замок. Отпускаем. Теперь дыхание произвольное, корневым замком пульсацию делаем. Поджали, отпустили, поджали, отпустили, поджали, отпустили. Мышцы промежности. Мышцы промежности прокачиваем. Включаем. Хорошо. Ножки соединяем. Вернее, ставим стопы параллельно друг другу. Ладошки вперед смотрят. Компенсируем наклон, включаем ягодицы, позу стола. Вдох. Выдох. Вдох. Таз выше. Хорошо. Таз между ладошек. Выдох. Колени в голове. Таз вверх. Вдох. Колени в голове. Выдох. Таз вверх. Вдох. Таз вниз. К пяточкам. И плечики чувствуем. Вытягиваем плечи. Плечи, плечи чувствуем. Хорошо. Ладони разворачиваем назад. И в стороны. Руки в стороны, ножки вверх. Вдох. Заносим ноги над головой и руки, и ножки над левой ладошкой. Выдох. Вверх, да? Над правой. Выдох, смотрим влево. Вдох, поменяли. Выдох. Вдох, поменяли. Выдох. Вдох. Поменяли, выдох. Вдох. Поменяли.
Выдох. Хорошо. Ноги, руки вверх. Встряхиваем. Трясем. Заминка. Встряхивание. Расслабление. Расслабление. Трясем. Ручки, ножки. Трясем, трясем. Тряска. Остановились. Согнули ножки. Захватили ножки. Прижали. Покачали головой вправо, влево. Катаем голову вправо, влево. Хорошо. Ладошки за голову. Колени согнуты. Тазом крутим вправо-влево. Голову приподнимаем. Голова тоже покачивается влево-вправо. Вот пробуем такой эффект получить, как будто бы крестцом вкручиваемся в пол. И пространство между лопаток вкручиваемся в пол. Хорошо. Вытянулись на коврике. На коврике ножки шире до таза или шире, руки ладонями вверх. И три глубоких вдоха, и как вздоха, и как и выдох облегчения. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И все, выдохнули. Расслабляем тело, наблюдаем за ощущениями, за чувствами. Чувствуем весь объем тела, дышим двумя ноздрями, две ноздри, вдох, выдох. Две ноздри. Вдох. Выдох. И две ноздри. Вдох. Выдох. Теперь только левая ноздря. Левой ноздрёй. Вдох. Все внимание в левую часть тела. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Внимание переводим в правую ноздрю. Вдох. Правая половинка тела чувствуем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И правой ноздря выдох. Все отпускаем. Хорошо, кто готов, выйти, шевелим пальчиками на руках, на ногах,
Подтягиваемся, сгибаем коленки. Можно потрясти, покрутиться вправо-влево, сделать скручивание. И взяв себя за коленочки или сбоку, или потянув себя ногами вперед. Так. Нади Шатхана Пранаяма. Мы сделаем. В пятницу не хватило времени. Не буду задерживать. Попеременное дыхание от выравнивания право-лево. То, что мы лежа делали, дышим одной ноздрёй, другой ноздрёй. Нади Шатхана Пранаяма будет в начале пятницы. А заканчиваем минутой тишины. Тишина. Неподвижная поза, тишина. Понаблюдайте, что поменялось. Как ощущается тело, как ощущаются чувства, эмоции, мысли, объем тела, есть ли такая плотность вокруг, появилось ли ощущение, что стало больше, спокойнее, яснее. Наблюдайте за всем этим и давайте поблагодарим себя, свое тело, свое пространство, возможность заниматься. Поблагодарим свое, ну, что у нас есть здоровье. Найдите себя, за что благодарить. За что у меня есть? Вот у меня есть пространство, там шкаф, стол, кровать, еще что-то, дом, крыша, окружение мое, рост, ну, мои друзья, эти родные, там, и кто, ну, у кого что есть. Вот благодарите, у нас это есть. В какой-то момент может не быть. То есть ценность повышается. Вот начинаем, вот начните утро с повышения ценности того, что есть жизнь. Вот, хорошо, ладошки перед грудью, улыбка Будды. Давайте отправим вот эту энергию, которую наработали вот этим утром, в свои какие-то дела, можно намерения запустить на осуществление. Там у кого-то здоровье, у кого-то дела, у кого-то отношения. Но часть мы посвящаем, часть всего этого мы посвящаем счастью, желанию счастья и избавлению от страдания всем живым существам, включая себя и все окружение. Счастье и избавление от страдания всех живых существ. Хорошо, спасибо. Все, всем ресурсного дня, ресурсного времени, хорошего настроения, легкости и радости. Поднимайте ручки, кто получил удовольствие от занятия. Все, в пятницу продолжим.